славном месте Мармликон с давних пор жил папа Мо. Жизнь спокойна и легка, но возможно лишь пока. Да-да! Оздоровительная поездка с женской группой. Справишься сам? Конечно, даже с завязанными глазами. А может, сходим в цирк? Посмотреть на картофеле Гудини, летающую таксу. Не хочешь взять моих детей с собой? Эй! Раз, два! Он хочет жить у нас дома. Стой! Стой! Мы вас отпустим, но с тем условием, что ты и твой тупица-брат вернете собаку. Когда мы получим награду? Принц? Вы должны сейчас же приехать. Она издает странные звуки. Слышали, летающую таксу похитили? Что это с вами? Что там опять? Быстрее, шевели полками! Мол, слушает. Алло, привет, звоню узнать, все ли у вас в порядке. Да-да, у нас все просто великолепно. Приключения на шоколадной фабрике. Именем закона за ними